спортивні, наміняти брекети обратно, без улыбки. По Твичу пройдемся с самого начала, чтобы все понимали, где можно стримить, что стримить и какие игры самые популярные. Самые популярные это LoL, PUBG, Dota 2, Hearthstone и CSGO. Это те игры, которые держатся в топ-5 каждый месяц, что среди русских, что среди англоязычных стримеров. Всем привет, ребят. Меня зовут Владислав, я являюсь представителем платформы Twitch TV. Я вот буквально пару минут находился здесь, да, и слышал, что у вас были вопросы. Поэтому можно, в принципе, по одному, поднимая руку, любой вопрос, который интересует. Значит, такой хвост кота был не всегда такой, когда-то в детстве ему прострелили колено. Уже прошла вторая стадия, и потихоньку подходит к третьей. Около 7 баллов заработала эта команда, и у них хорошие шансы сейчас вырваться просто вперед. Посмотри, они захватывают воздух, и еще один переворот. Там в любом случае, говорить ртом в микрофон или на камеру, это делается все достаточно просто, но как попасть непосредственно, да, в какие-то высшие эшелоны, либо же просто как быть успешным в этом вопросе, здесь очень много трудностей, я попытаюсь их раскрыть, опять же, просто на примере своего пути, потому что то, что я знаю о себе, это наибольшее, наверное, количество информации, которой я вообще владею. Идеально иногда звучат фразы от комментаторов, что в последнем, либо в предпоследнем, либо в большом интервью от того или иного игрока я слышал вот это. И на основе этих слов, которые я слышал, я, наверное, думаю, что сейчас произойдет вот это. А что это показывает? Это показывает всю ту же самую вашу подготовку к эфиру.